Всем большой-большой привет. Так, я приехала к сестре на милирование. Достала я свою супер-пупер шапочку. Короче, там дырочки маленькие есть, и надо их проколоть. Сейчас будем этим заниматься. И вот такая вот у меня краска. Внутри я не смотрела, что там. Будем сейчас вместе с вами это открывать и смотреть. Так, я не силен в продукции, как название. Короче, вот это что-то в белой чашке. Так, потом инструкция, как обычно, белый порошок, я так понимаю, хна, а это у нас питательная маска с ромашкой. Это, наверное, когда ты сделал, у тебя волосы стоячие, ты помыла, и ты, короче, разгладила и стала как ромашка. Вот, и конечно же, у нас, ого-си, это что такое вообще? Что-то не поняла. Какой-то шлем. А это, наверное, это тоже, наверное, специальная шапка, специальная каска, чтобы одел на голову и был ты красивый. Так, ну, короче, мы сейчас все посмотрим, как это и с чем это едят. Закончили вытаскивание волос. Вот такая вот неприятная процедура. Да, я она похожа на душевно больного человека. Это трэш, это вообще, это что такое? Ну ладно, главное у нас, чтобы все получилось, красота требует жертв, правильно? Сейчас некрасиво, а потом буду красота. Это знаете, как этот, блин, какой-то был этот рок-музыкант. Вот такая я. Так, пошли мы разводить краску, наносим мы краску. Та-дам! Еще обрезаем, высыпаем. Катюш, тихо. Аккуратно, зайчик. Так, не дышим. Она зеленая? Не дышим. Мы синяя. Синяя? Да, не дышим. Что, мы как первобытные. А, Настя, держи телефон. Давай. Тебе на Катюнчик принесла. И? Сболтала? Нет, там. Короче, сейчас я буду красотулечка. Вливает все. Ну, все выливай, ну выкинь еще. А куда она? Куда девать ее потом? На меня? Нет. Ну, если мне не надо, эту краску лучше тебе нормально взять. Пускай я буду ненормально. Куда сидеть, боже мой? Это не надо. А мы можем сейчас за стол пойти. Сейчас, Катюша.
после процедуры вот одеваю я пакет, конечно, не из приятных процедур. Очень все долго, все очень нужно. Вот такая я красивая Марфушечка буду ходить. Уже, наверное, сколько? 15-40 минут будем ждать результата. Все, пошел я. Чака-чака-чака-чака. Пошла я. Сидит красотка. О, что случилось? Это мы разговариваем по телефону. Артём, что с Артёмом? Нет! А, молчу, молчу. Хотите послушать? Артём. Сейчас. Я, пойдём к Алисе. Артём. Всё, она поговорила с Артёмом, всё. Девочки, короче, вообще полный пипец из пипецов. Макушка, у меня кипяток, хоть ставь чай, чтобы он скипел. Я снимаю этот пакетик, чтобы он остыл. Дым не идет, наверное, я сейчас это сниму, прикинь. Дым идет, смотрите. Я пошла смывать, дым идет, девочки, это трэш. Я убежала, мама. Так, девочки, это был трэш. Короче, в пакете волосы замотали. Они настолько стали горячие, что, как я уже сказала, ставить чайник, будем пить чай. Все дымилось, моя голова дымилась. Я побежала, ринулась, короче, мыть голову. Но пока я бежала, она такая скорость была, что у меня, короче, волосы уже остыли. Все, они у меня уже холодненькие, ходим уже 20 минут, еще 5 минут, и пойду я смывать. Все нормально, но такой эксперимент больше не повторяйте. Это... Лучше не надо, а то останетесь без волос. Я на самом деле думаю, что я вот это чпок и нету волос. Но скорее всего заматывать, вот. Наверное, не нужно было. Не, а так сейчас красивая смотрю. Красивая? Новогодний костюм. Бабки ёшки? Я не знаю. Или этого, как кикиморы. Кикиморы. А это, знаете, точно вот это, рокер. Та-дам! Та-дам! Это! Вот. Короче, вот такие вот дела. Так, ну вот получился, смотрите, что за эффект. Это пипец. Я помыла глаза, потому что намочили, когда смывали голову, я намочила глаза, и очень пекло, пришлось смыть. Вот эффект получился тот, который я не люблю, ненавижу. Сейчас еще просто высохнут волосы, посмотрим, что, но ничего лучшего не будет. Вот, получилось, где мои, там вот побелели. А, вот корни мои, видите? На этой стороне немножечко видно. Очень сильно пострадали кончики. Короче, я все спалила, я свои волосы спалила. Теперь они очень долго будут у меня на реабилитации. Правильно сказала? Нет. Так что не делайте моих ошибок, мои хорошие. Оп, Катя, включи свет. Включи свет, пожалуйста. Короче, вот такие у нас дела. Многие писали, не дело в домашних условиях, дело парикмахерское, но я рискнула. А что с этого получилось, вы сами увидели на примере. Так что, мои хорошие, никогда не повторяйте это дома. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Я вас всех очень сильно люблю, крепко обнимаю и всем пока.